Салат случайный мы делали так. Заранее подготовили сырую белую рыбку, полили ее лимонным соком и бальзамиком. Поперчили, посолили, сдобрили растительным маслом и приправили лаврушкой. Пока рыба мариновалась, мы нарезали лук, молодой чеснок, свежие помидоры и, внимание, маринованные огурчики. Дальше все просто. Заправляем салат оливковым маслом, солим, перчим и добавляем часть рыбы. Другая часть идет на украшение блюда. Рекомендую. 20 минут и все готово.